Здравствуйте, друзья! Расскажу вам одну городскую байку. За моей спиной памятник иконописцу Андрею Рублеву, поставленный здесь в 90-е годы. И одно время ходила во Владимире такая молва, что якобы городские власти хотят переместить памятник Андрею Рублеву ближе к Успенскому собору, потому что Рублев расписывал своды Успенского собора, и так он якобы будет органичней смотреться. Дело в том, что на этом месте очень часто проводят концерты, митинги, и одно время даже коммунисты любили здесь собираться. И вот многие шутят, что Рублев конспектирует то, что на этих митингах озвучивается. А во все остальное время он рисует Владимира Ильича, который позирует ему напротив. Изначально у Андрея Рублева в руке было перо. Даже есть фотографии 10-летней давности, но потом со временем хулиганы ему это перо отломали. И еще минувшим летом у иконописца в руках ничего не было. Его даже в шутку называли «дядька с айпадом». И вот только минувшей осенью великому иконописцу в руки дали кисть. Друзья, напишите в комментариях, какие байки о Владимире вы еще знаете, а мы с вами увидимся в следующих видео. До встречи!